Всех приветствую. Продолжаем знакомиться со скандинавскими сагами. Браги. Браги в скандинавской мифологии бог Скальд, сын Одина, и великанши Гунхольд, муж Идун, хранительницы молодильных яблок. Браги родился в сталактитовой пещере, где его мать Гунхольд хранила мед поэзии. Карлики-цверги подарили божественному ребенку волшебную арфу и отправили в плавание на одном из своих чудесных кораблей. В пути Браги пел трогательную песню жизни, которая была услышана на небесах, и боги пригласили его в свою обитель – Асгард. Когда Локи со свойственной ему ловкостью организовал убийство Бальдра и вернулся в Асгард, Браги потребовал, чтобы гнусный подстрекатель удалился, поскольку богам его присутствие нежелательно. Локи обозвал Браги хвостуном, а тот пригрозил отвернуть Локи голову. Несмотря на попытки Одина успокоить собравшихся, слова Браги разъярили Локи. Предсказав на прощание гибель богов, он покинул Асгард. Возможно, Браги – бог поэзии и красноречия, является богом более позднего происхождения, что связано с обожествлением поэтического вдохновения, ведь скальдов при скандинавских королевских дворах почитали почти так же, как и правителей. Браги обычно изображали бородатым стариком с арфой, а его именем скрепляли торжественные клятвы, произносимые над так называемой чашей Браги. По мнению некоторых ученых, здесь возможна связь бога Скальда с историческим Браги – Бодасоном 9 век. Ну вот так вкратце о Браге из скандинавских саг. Пока-пока, до свидания.